Я считаю, что национальная идея России искусственная, не нужна. Национальную идею у нас ищут на всем протяжении существования России, то есть больше 1000 лет. Иногда находят, иногда нет. Но искусственно ее сформулировать невозможно. То есть сесть, уткнуть палец в лоб даже десятку или двум десяткам, или двум сотням, даже умных людей, и родить национальную идею невозможно. Либо она появляется сама и связана как-то с объективной реальностью, ситуацией в стране, ситуацией в мире, либо она не появляется. Поэтому специально искать ее для того, чтобы накормить ей народ и сказать, вот смотрите, как здорово, у нас есть национальная идея, будем строить то-то, то-то и то-то. Я считаю, что это обманный вариант, это лукавый вариант. Нужно просто работать, нужно просто жить по тем законам, которые у нас существуют. Если законы не нравятся, надо их исправлять.